Всем привет! В этом уроке нарисуем сказочного единорога акварелью. При подготовке видео использовалась продукция и производство компании Эрих Краузе. Акварель Эрих Краузе – это набор из 18 ярких насыщенных цветов. Такая акварель хорошо подходит для детского творчества. Пластиковую крышечку можно использовать в качестве палитры. Сначала рисуем эскиз. Рисуем очень светлыми линиями. Выше середины листа рисуем круг. Дорисовываем мордочку. Нарисуем шею и тело. Рисуя поэтапно, важно правильно нарисовать первые контуры. От их расположения будут зависеть пропорции будущей картинки. Нарисуйте уши на макушке головы единорога. Теперь рисуем более правильную форму головы. Уточняем нижнюю часть морды и верхнюю губу. Удалите лишние контурные линии с рисунка. Рисуем область носа. Проводим горизонтальные линии, куда впишем глаз. Рисуем детали глаза. Рисуем радужку, зрачок. Сверху дорисовываем веко. Посередине лба рисуем рог. Хочу отметить, что единорог – выдуманное животное. В природе его не существует. Рисуем гриву, спадающую на шею и развивающуюся на ветру. Грива должна быть густой и длинной. Теперь можно раскрасить. Начнем с нежно-розового оттенка. Набираем большое количество воды на кисть и начинаем рисовать. Теперь закрасим голубым оттенком, затеняем в нужных местах. Синим и фиолетовым ставим тени на ушах, возле щеки. Розовым закрасим рог. Закрашиваем глаз. Бирюзовым цветом рисуем область носа, ее нижнюю часть и ноздрю. Разными оттенками розового, синего и фиолетового закрасим гриву. Тонкими линиями рисуем волосы.
Теперь закрасим фон. Сначала закрашиваем ярким фиолетовым, разными оттенками синего и фиолетового. Техникой по мокрому рисуем ночное небо. Добавляем темные точки, темно-синим и немножко черным цветом. Белой краской нарисуем звезды. Получился такой красивый рисунок единорога. Ставьте лайк под видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока!